Приветствую всех своих подписчиков, а также случайных зрителей. Сегодня у нас на обзоре новый проект, и это новый гем на блокчейне Ethereum. Данный проект называется Diamond Hands. Он появился не так давно, 4 мая, но уже показывает просто колоссальный рост. Давайте знакомиться с проектом, ну а для этого перейдем на их сайт. Итак, вот мы с вами на сайте www.diamondhands.bas. Ссылочку я обязательно оставлю в описании. Также там будет ссылка и на их социальные сети, ну и, конечно же, на Telegram. Имеются какие-то вопросы по проекту, обязательно задавайте их в их Telegram-группе. Ну что же, давайте знакомиться. А вообще, данный проект имеет аналогичную токен-экономику, как у SafeMoon. Ну а все мы знаем, как SafeMoon иксанул, сколько он дал заработать своим ранним инвесторам, да, то есть это тысячи иксов, люди там просто обогатились, стали миллионерами, миллиардерами и долларовыми к тому же. Здесь такая же история, но только на блокчейне Ethereum. Здесь у нас с каждой сделки держатели вознаграждаются от перераспределения, да, то есть здесь также имеется налог, как на блокчейне Binance Smart Chain, но только на эфириуме. Также в проекте будет не только это, да, то есть не только дефляционный токен, но здесь еще и будут MFT Marketplace, также будет платформа для лаунчпадов, да, то есть они будут запускать проекты различные на своей платформе. Ну и другое, в ближайшее будущее у проекта действительно очень много различных новостей, поэтому давайте знакомиться с проектом более подробно. На данный момент у них нет никакой white paper, есть статья на медиуме, поэтому давайте пробежимся немного по ней, и я расскажу вам, что же представляет себя данный проект. Токен-экономика здесь довольно прямолинейная, да, то есть команда разработчиков сделала сознательный выбор, чтобы добавить целостность проекта, сжигая значительную часть общего запаса, и они это сделали, да, то есть они сожгли 48% всех своих токенов, и это круто, токенов стало меньше, ну и, соответственно, цена у нас выросла. Что здесь за комиссия? Комиссия у нас 5% делится 50 на 50, да, половина из которых продается по контракту в Ethereum, в то время как другая половина токен Diamond Hands автоматически соединяется с ранее упомянутым Ethereum и добавляется в качестве пары ликвидности на Uniswap. Да, то есть ликвидность у нас здесь всегда будет и добавляется она автоматически. Ну и, соответственно, цена от этого тоже растет. Ну что же, давайте теперь взглянем на график данного токена и посмотрим его цену. Как мы видим, цена у нас сейчас вот такая. Ну, токенов у нас, конечно же, много, поэтому цена, соответственно, такая. Холдеров на данном этапе проекта очень мало, да, то есть, ну, проект только запустился 4 мая, прошло не так много времени. Холдеров сейчас 427, а также мы видим, что ликвидность 232 тысячи долларов. Достаточно неплохо для молодого проекта, ну и торгов на 167 тысяч в день. А со старта проект, как мы видим, улетел, да, то есть здесь были хорошие иксы, кто заходил на старте, неплохо заработали, но потом, конечно же, произошел отскок. Все ранние инвесторы начали выходить, забирать свой профит. И сейчас у нас начинается небольшой ростик, да, то есть мы на старте, я думаю, что скоро ракета, так сказать, полетит, потому что в будущем у них действительно очень много интересного, и когда они запустят свою платформу, Marketplace по NFT, да, вот эту Launchpad платформу, я думаю, что токен полетит. Ну а также у них начинается сейчас дикий маркетинг, ну и это тоже с положительной стороны повлияет на цену токена, и я думаю, что она начнет расти. Конечно же, помним о риске, да, то есть такие проекты заходить на последние средства не стоит, нужно помнить о риске. И заходите только на ту сумму, которую не боитесь потерять, ну или вообще не заходите. То есть я делаю обзор, но я не говорю, что сюда прям надо котлетить. Я просто сделал обзор, ну а решать уже, инвестировать или нет, это только вам. Итак, торгуется он на Uniswap. Ссылочку на торги вы найдете в описании под данным видео. Как видите, я немного прикупил на удачу, да, вдруг вырастет, стрельнет, взял совсем немного. Также для того, чтобы приобрести токен DH, вам необходимо будет поставить проскальзывание там 10-15%, я бы советовал там поставить, допустим, 15%, этого будет вполне достаточно, чтобы приобрести данный токен. А то есть, если меньше поставить, у вас просто ничего не купится. Ну а далее уже вписывайте сумму, да, то есть в долларах, либо там в эфириуме, либо в другой какой-то валюте и приобретаете токен DH. Ну и в конце, по традиции, давайте с вами посмотрим дорожную карту проекта, что у нас здесь запланировано. Итак, первая фаза. Запуск проекта, запуск сайта, да, это все у нас уже произошло. Далее они планируют листинг на CoinGecko и на CoinMarketCap. Это также положительной стороны повлияет именно на цену токена. Также они проведут аудит безопасности,
1000 холдеров хотят и 2000 членов сообщества, ну там Telegram и так далее. Также будет конкурс и первая АМА-сессия. Фаза 2. Они запустят как раз таки Diamond Hands Launchpad. Это уже будет в ближайшее время. Также первый проект они запустят на Launchpad своем. Уже 4000 холдеров и первый листинг на биржу SEC. Да, то есть они будут и на Uniswap, ну а также планируют, конечно, листинса на других биржах, что тоже очень круто и повлияет на цену токена. Вторая АМА и партнерские отношения. Итак, фаза 3. Это рынок NFT, да, вот этот маркетплейс их, он уже тоже будет готов. Листинг еще на одной бирже, ну и уже 10 тысяч холдеров. Также они сделают airdrop NFT первый. Большие партнерские отношения, ну и комьюнити уже 20 тысяч человек. Если они реально запустят эти площадки, рынок NFT, да, то есть маркетплейс NFT и Launchpad платформу, то это будет действительно бомба. Я думаю, что их токен очень сильно возрастет. Ну что же, давайте подведем итоги. Мне проект Diamond Hands понравился. У них действительно интересная идея с вот этим NFT маркетплейсом и платформой для лаунчпадов. И если они действительно это все запустят, то цена токена их вырастет. Сейчас цена токена упала, и это самое время приобрести их. Да, то есть проект запустился совсем недавно, произошло это 4 мая. Поэтому, конечно, цена у нас еще туда-сюда бегает, ну и холдеров здесь не так много. Поэтому советую вам присмотреться к данному проекту. В описании к видео я оставлю ссылочки на их сайт, соцсети, ну и, конечно же, Telegram. Если проект вас заинтересует, переходите по ним и изучайте. Ну а у меня на этом все. Я желаю вам большого профита и всем пока!